Hitman 2-2, over. Беркут звук с севера. В севере своя техника есть. Все принято. Проверьте, никого не ранил, блядь. Да, никто здесь не имеет. Такой Беркут. Ты напугал, блядь. Беркут, да, это своя техника прошла. ВДВ 100 заметка синий. Только что смотрел теплак, видел там противника. Точно противник? Союзники мы на там месте. Не высаживались. На выставке? Бешеный. Да. ВДВ, внимание. ЛД выставка сторонами. Техники отходим. Мы на выставке метку поставил, сможем на юго-запад. Поздравляю, после метки сторона высадка, техника немедленно едет на охранение свое. Пехота высадилась. Прошли вперед на юго-запад. О, Санда, привет. Здорово. Вы там когда вы получаете? Сторона внимания, а, да хуй знает. Поглядывайте. Вы тоже туда в триггер в салах? Ага. Погнали. Все, пошли на юг. Двигаемся. Что-то метки твои не видно. Сейчас высадимся и... Высадка стороны. Оставим. Подожди, без нас не уходи, мы еще не доехали. Идем, 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 догоните. В салах идем, блядь. Что, что тут не разберетесь, что ли, как двигаться? Все идут? Бабка, двигаешь? Ну, иду куда? Куда? Техника на хранение уехал. Все, пехота начинает двигаться. Пожалуйста, если что, у меня есть ленты, скажешь. Окей. Все, он спереди РВшники, их не обгоняем, за ними двигаемся. Понял? Анарковые санты мы должны быть 100. Штаб говорит, СТГ метку на пехоту вражескую поставили. Братва, на юг двигаемся. А где бой будет? Потери уже один человек. Принесал такой. Нужно медики на несколько. Слушайте, мне кажется, стоит. Можно подрубить на 230 где-то, блядь, плюс-минус. Да, нахуй нам обходить кругами. Да, медики идут. Нет, перед вами РВШ. Да, 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 что делаем? Задача. В салах идем, в триггер. Грузники есть, через так, пойдем по прямой в салах. Идем, идем, двигайтесь в салах. Сражайтесь за последнего, кулачников живых держите. Фонты на связи? На, да, да, черным, можно с кайф ходить? Да, да. Метку на вас не вижу. Че, Санта, на 230 срезаем? Да, 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 да. А Бастарчук втыкает, когда вызвал справку? Лагаем, да? Нет? Нет, мы на 230 сразу идем. Это вызвал, нам здесь продвигаться? Еще раз спроси, блядь. Выбил вместе, мы... ты же командир наш. Плюс. АТГ как дела? А, все в порядке, пока закрепились на актуальной. Короче, братва, давайте кто в 3-4 на 230. Метку поставил, куда все тебе идти, Адик, персонально, блядь. На карте открой, посмотри белым. Ну, метка нахуй не принимается. Открой карту, блядь, посмотри метку. Да, метка правильная. Принял метку? Беру на цели. Нет, не вижу. Белым цветом, ищи. Это я понял, что мы туда идем. Ну все, ну. Тебе надо вот этот пиздеж устраивать в рацию или что, блядь, не пойму. Господи, ты трезвый такой, да. Хороший. Белый пехота рядом, все нормально с ними? Я их не вижу. Вижу. На чем ехали? На чем они ехали?
Идем, идем, не останавливайтесь. 808 на связи, страйкер. Братва 3-4, я предлагаю на ноликах прям пробежаться. Принято. Что за хуйня тогда? Зачем спешить-то? Куда торопиться? Так мы хотя бы повоюем там, блядь. Блядь, на мне почти 50 килограмм веса, я так на нулях далеко не убегу. Нет. А чё ты ничего с собой? Аномалия, блядь. Давайте двигайтесь к определённому маршруту. Тебе же сказали, бросай их. Север не забывайте чекать. Это я говорил, чтоб бросали, это сам пулемёт. Да нахуй вы это в рацию разговариваете-то, я не пойму. Ну мы так-то далеко друг от друга. ДВ-2. Всем отделением ДВ-2. ДВ-2. Принято. ДВ-2. Принято ДВ-2. ЛД-ДВ-2. ВДВ на ДВ. Двигаемся. 2 на ДВ. 3-5 страйки. Дорогу пересекли. Нет. Медик на ДВ. Фунт Спенси. Савариус, пересекай дорогу. Радик, давай немножко вперед по времени. Фунт Спенси. Что? Ты далеко отбежал. Товарищ, не торопись, подожди, молит. Штаб на дальше. Штаб на дальше. Это Спарта, мы на ВП-1, что дальше идем мы? Да, продвигайте. Как только отделение контакт, метку и информацию дальнюю, пожалуйста. Фунты, СПН, связь. Да. Находимся на 220 где-то держим, плюс минус. Не отжимай кнопку, хуёво слышно себя, я тебя понял. Давайте да. Метку актуально поставь. Бля, мы летим самый первый. Там ГРУ докладывали на прошлой ДВшке, что-то уничтожили. Кто уничтожил? ГРУ что-то уничтожили, я не понял. Заправку они уничтожили, скорее всего. А почему они на другую ДВ не перешли? Санта, я задеваю. Давай, догоняй. Что за вооружение? Принято, методист, занимайтесь 64-ю. Не было контактов против. Что за вооружение? У меня труба сзади. Блять, поле, да? Так, отставь ГРУ, колонка уничтожена. Молодцы, давайте, ребят, двигайтесь, аккуратненько подъезжайте на метку ожидания. Можете писать на 64-ю, в статусе есть желание посматривать северный коридор. Адики, дорогу бережки. Так, давайте по бровке леса, блять, обходим, на юг идем. И потом повернем на запад, чтобы по полю не бежать. А вы распространили вой, блять? Разъебали этот СПН, который там у вас был, или кто там у вас? Мы пока с молчанкой в гляделке играем. Принята метода. Меточку. Или ебанем прям по полю на похуй. Давай на похуй. Нет, у них техника, могут пиздануть. Там не, там БТР 2. Пошли по полю. Ведите бой. Они в этих лесах сейчас сидеть будут. Два БТР, которых контролят наши страйкеры. На моей белой метке стоит машина, возможно, заминирована. Принял куда? По пехоте есть какая-то информация? Вот это что за троица, бля, по там полю хуярит? Там пех какой-то бегал в трубу. Свои, бля. Принят. Пока ничего не вижу. Эна, не вижу на пехоту актуальную метку. Эна, на связь? На связи. Меточку поставьте на себя. Принято. Кутум, посмотри на метках АТГ, пехота есть у них там рядом? Сейчас. В
город Салах заходим, начинаем зачищать, смотрим все внимательно, блядь. Если там никого нету, блядь, то ищем. Они же на бетере еще не могли мины подвести, поэтому... Там же АТГ стоит, поэтому вряд ли машина белая заминирована, но проверить... Нет, они где-то минут через 7-8 только смогут подвести. О, значит, они заминированы, ребят, сидите, АТГ крепитесь, живите, хилите. Хилимся же. Методист. Флэш. Потери есть? Нет. Ебете? Ну, убили. Дальше надо, пока позиции. Все, не мешаю, работайте. Мы продвигаемся дальше или... Вы деритесь, не спешите никуда, у вас время есть. Спарта, ВП-2, мы двигаемся на ВП-3. Розовым ближайшим на своих. Чё сели? Пошли, пошли, пошли. Что здесь за дорога, блядь? Это выпил, но заходи. А он товарищ к нам пришёл. А вы на F-товарищ? Ебать, блядь. Да. Ребят, фул аккуратность, фул аккуратность. Плюс. Город от нас 220, 225, блядь. Максимально предельно внимательно. Выпил к хомстрайкеру, М2, куда действовать? Розовым на своих пока продублировал пока рядом. Товарищ, убери старые метки, где-то там хуй знает где. Понятно. Я перестал. Беркута на связи? Беркута на связи, на актуальной. Контакты есть? Попасть, кто заблудится, а тихо. Дороги назад. А назад вы первого города. Это видели, запад. Это Салах. Штаб сверху. Он уже виднеется. Связался с ГРУшниками, у них нету дальней, они ее потеряли. Короче, пускай, если кто не знает, там должно быть два... Тихо! Да тихо, зачем? Информацию скажу, блядь. Все, тише. Выпила, насчет меточки, там могут быть 22 бойца, 22 русских человека. Все, принято, 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 отдыхайте. Что за вопрос? Одиночная цель в теплоте. ПДВ проверить. Штаб, это ГРУ, нам начинать двигаться на юг, да? Двигайтесь, двигайтесь, вот вымпела уже в Салах. Алды, подходим к Салах. Пошире друг от друга. Рассосались, блядь. Оружие в руки возьмите, это. Блядь. Зачищаем. Тихо. Не дуричи, они уйдут. Зачищаем город весь, смотрим внимательно, чтобы техника могла сюда зайти, ее не въебали. По домам проходим, закрепляемся, дальше из Салаха не выходим. Пулемет тяжелый, в город особо не рвитесь. Штаб, связь. ЛД зашли в Салах. Хорошо, прочищайте Салах. Внимательно, все, ребят, максимально, каждый дом. Там будет ехать сторона. Вымпела, вы заходите в Салах? Да, да. Аккуратность нормальная, все хорошо? Да. Каждый дом. Калют, как дела у вас? Хилимся, живем, все в порядке, потерь. Кроссман, хелпуйте, если что. Да, уже на подходе. И давайте там, ребят, дорогу, вот эту дорогу надо внимательно смотреть. На втором этаже наш уже лазил? Чтобы по ней техника могла ездить спокойно. Двери открытыми оставляете? Штаб, трекер, ГРУ еще раз, куда едет? С северного входа в Шалаш подъезжайте туда. Стойте, чуть отдыхайте. Маркируем чекнутые дома? Нет. Кого?
Валдов, Валдов, убил. Валдов, контакт. Я живой, живой. Проверьте. Минус один на втором этаже. А ты у вас там Гроссман с трубой хуярит. Гроссман, давай на перехват этой тебе. Серый двухэтажка. Воюй, воюй. Вымпела. Чё за техника? А, южнее, южнее техника. Салахи техника гудит. ГРУшники, принимайте западнее. Западнее салах выходите. Западнее салах. Okay, okay. Салахи враг. Принял локалюту. Но они вряд ли минус перегрузить. Вряд ли. Это, 200 техника, ты что? Меня он слышал. Враг. А, все хорошо, отмена метки. Подзвуку бестер. Метода. Проверь потери. Хорошо. А все живы? Пока нет, короче. Кто идет по левой стороне дороги, у тебя следующий дом, второй этаж противник. Вот там, где разрыв гранаты сейчас. Нет возможности, я на репутке с этим. Кто запрашивал помпа? Ну тупой. А, вот ты долбоёб. Ну ты тупой, блядь. Поднимай бегом, блядь. Ну может ещё 300 поднимешь. 300, блядь. ДВ-3. Всем ДВ-3. Но они дальняя, мы видим, они бегают, но на связь не выходят. Приедет по ДВ-3. Дальняя 3, ДВ-3, всем ДВ-3. Сердце остановка. Ну и чё там, в глухую, нет? Нормально, поднимай. Перевязывайте его. Вижу, вижу. Здесь враг. Наверху, на втором. Да я убил его, я убил его. Хорош. Я убил врага, а этот у меня стоит в упор, да, хуярит. Олень. Извини, Сан. Спокойно. Адик, прикрывай. Включитель, лечитель. Я подниму. Сердце колотится. Нормально, нормально. Не кали мне ничего. Кабал. Да не, я просто перевязываю. Все нормально. Адик, ты видишь его? Техника прямо рядом, это что? Враг, враг, это вражеская техника. Крикните в КВ. Ну я тебя так слышу, Санта. Убейте ее нахуй. Домой, домой. Что? А труба есть? Есть труба, есть. На шок, не забудь перейти. Чистите город, все остальные. Чистите город. Сейчас, сейчас, подожди. Давай, давай. Макс, ты поднимешь его? Да, я же сказал. Бля, пацаны, говорите, у кого война? Нормально все, я тебе морфин вколол. Сейчас боль пройдет. У тебя крови мало. Кровотечение, торс. Вижу.
Обычным бинтом бинтуй. Вижу, вижу, нормально, небось. Ой, бля, ебаный Адик, пизду. Ты живой? Угу. Периодически буркай что-то, чтобы я остановку не проебал. Живой, живой. Что, помощь нужна? Нет, нет, все. Город, чистите город. Если что, давай три. Блять. Че? Да минусом нулю его в дверях. Это боль. Там противник. Противник где-то дальше по улице. Следующий дом, второй этаж убили. Пускай передашь, чтоб медика ебанул. А это наши, возможно. Ну так вот скажи им, чтобы не херачили. Двигайте КВ. Скажи, чтобы двигали КВ. И КВ. У нас двиг. КВ один. Ну все, я проверил этот дом. Да я что-то, блядь, темно как-то. Я понял. У вас кого сейчас минус, да? Вызвали медик. Встанет. Не понял? Встанет, встанет. Метку поставил для медика. Вызовите, пожалуйста. Вы можете на ДВ ее продублировать? Да, спасибо. КВ, КВ подвигайте. Сделай сдвиг по КВ. Сдвиг по КВ. Сейчас к вам приедет медик. Он сказал, что медик сейчас приедет. Да-да. Да-да, простите, парни. Ничего не могу с ним сделать. Я воевал как мог, блядь. Вот и кричит. Угу. Больно? Темно в глазах. Пацаны, давайте не будем шестером-то в одном доме сидеть, ладно? Да я лежу на крике, блядь, без сознания. Давайте это... Алды, Урал, что-то для переваливания рубит. Давайте это. Во-первых, стрик был, а во-вторых, давайте не будем шестером в одном доме сидеть. Я его стабилизирую. Алды, прием. На КВ кто? Кто на КВ вообще сейчас? Держите оборону, ждем медика, не торопитесь никуда. Там, если есть войска, то вы... Медики запрашивают по старой КВ, блядь. Выйдите на старой КВ. Медики на связи? На связи. Мы сдвиг просто делали, да? Метка актуальна. Обнови проверь на себя. Обнови метку еще раз. Подвигал метку, подвигал. Видишь? Я встал, да, блядь. Да, наблюдаю, наблюдаю. Братишка, иди сюда, блядь. Спаси мне жизнь. О, какие люди, блядь, без охраны. Все, Санта встал. Все, надо залить. КВ со сдвигом переходим. Так, Санта. На КВ. ДВ. 54. Давай актуально. Давай актуально. Дальняя вроде четвертая. Понял. Давай актуально. Алды живой, вышел без сознанки в городе. Принял, нужен медик. Здрасте. Где медик? Помогите. Я мне очень. У меня очко такое, что я даже тебя не вижу. Все, понимаю. Есть? Извини, пожалуйста. Есть, кто нашел нас. Или это БПЛА было? Что это? Это был БПЛА. Там это Джордин. Урал, связь?
Это Спарта, это к их. Ну кто живые переклички? Давайте быстрее. Рубероид, Урал, Санта. Это странно. Еще три человека живых. А штрафер. Кто? Кто еще от медика? Грушный? Видимо, на страйке говорил грушный. Выйди на старую кавышку, скажи, чтобы он вышел. Че он тормозит-то? Клади сюда. Ребята, срочно ему вливайте кровь, и СЛР сделайте. СЛР ему сделайте. СЛР делает? Он на мини, походу, подорвал. Соки, левру медиком отнес. Это вообще прекрасно. Со мной ты что-нибудь сделаете, нет? Я понимаю, что... Нормально там? Превосходство на противника чувствуется или нет? Я вижу его пока. Не могу точно сказать. Так, это мужики, грудь. Сделали ему СЛР? Грудь бинтуй. Его нельзя, пока не может СЛР, он вытекает. Я понял. Повторите. Она пока не может двигаться, стреляемся. Я сейчас опять упаду, господа, бля, я понимаю все. Я вижу. А чё, медиков? А медиков больше нет, что ли? Он один? Делаю с ЛРом. Заливайте. Говорит, это ГЭ у нас контакт, потерял один человек, пока что двоих убили. Локолют, говорит? Да. У тебя аптечка есть? Хорошо. Кроссман мейн. Да, есть. Завяжите его. А транспорт или палатка? Ебаный рот. А где он? Штаб, медики, есть еще, прием. Они топают, но я с ними связь потерял. Понял, принял. Прием, кому-то помощь нужна? Нужна, прием, нужна. Медицинская машина, двигайтесь. Метку на себя, мой кого продублирую. Все, принял, поехал. Да мы в ДВ говорим там. У нас есть медик, он там что-то непонятно что делает. Два медика у вас, я и Койра. Молный Койра. Метку на себя ставьте, мы прием. Мы с Аллахи в городе, метку сейчас ставлю. Да нет, ничего он не сделал, нихуя, а кровь поставил. Не ехала, я так понимаю, да? Метка ее, Сант, в дом. Она так просто. Видишь, нет, принял. Да, вижу, прям отвечу, нормально. Койра, зашей Санту пока. Сейчас, 10 секунд жить дошьет своего товарища, и Санта будет следующий. Поставь ему еще кровь. Хорошо. Лет, да, да, уже да, да, нормально, ты уже не упадешь. На связи, да. Так, сейчас нормально, сейчас все будет. У тебя есть кровь, вливается нормально. Одного еще убили. Понял, следующая КБ. Так, ты левого зашел, Санта, где? Санта, не двигайся. Так, значит, смотрите, на дорогах, закрытой сумкой. У меня очко маленькое, я вообще ничего не вижу, я, блядь, тут пиздец. Ну залей там что-нибудь. У него уже нет крови потери. Нет, его только аптечкой можно поднять. А поставь черную. Ты там это, живой? Так, все, я тебя зашил. Сейчас, возможно, потянутся наши товарищи. Я на дороге, а нет, по дороге. Здесь. Да, скорее всего, они... Здесь раненые, кровь нужна. Вот так. А транспорт есть? Транспорт. Нету, транспорт, нету ничего. Только могу полечить. Как так получилось, что они меня привезли, если БТР не заезжал туда? Вот, Санта сидит. Да я раненый. Штаб, если выдвинемся туда, можем расстрелять дорогу, если на ней лежат мины и машины отодвинуть. Чего лучше сделать? Кто говорит? Мишка 2. Да. Дед, не проходит очка? Ну, вот я смотрю, а что тачка? Страйкер не этот, блядь, загоните сюда тачку. Сумки, могу дать тебе машину. Да я куда мне его хуй тут? Нет, ладно, они понял. Не взрываются похуй. Сильно. Не, погоди, тебе надо это. Страшно. А где КС? КС, а есть какой-то медицинский транспорт? Медицинский транспорт едет к вам уже. Понял, принял. Набег тоже команда. Что говорит? Едут, машина едет. Ждем, сейчас приедет. Я же говорил, подниму. Хорош. Варган, а связь? Да, я сидел. На связи. Потерь много? Два человека. Пробовали зачистить запад. Запад еще дороги. Метка медики с транспортом стоит в ДВ.
Да, блядь, аккуратно, не убейте меня. Пряник, что за синяя метка? Никого нет на севере, там труп. Это медики едут. Это медики едут? Дайте пройти, пацаны. Спасибо. Так, давай я пока тут рядом смотрю, еще может кто раненый своих. Уран, где машина? Мы кого потеряли? Так, медик в город заезжает. Стою на дороге, куешь. Шейте в машине. Сел, шейте. Да, да, не едь больше, стой. Да сейчас мне надо закатиться, что я посреди улицы стою, хотя бы где-то спрячусь в домах. Да тут зачистили вроде, там, там народу, знаешь, сколько туда? Есть потери еще. Все, давайте, хилимся. Давай. Юзайте аптечки, там все, что можно. Давай, на тебя птичку юзай. Давай, давай. А, ты юзаешь, вот почему я не могу понять. На северо-западе я вымпела, есть еще один противник. Уничтожить. Все, гуляй. Говори, что ты сел. Берхов пехотно ответил на... Так, парни, живы? Актуальный метод. Кто остался живой, переключу? К нашей ВП-4. Кабал живой. Машину вон, тащите его, машина подъехала медицинской на улице. Он встал уже, он сам дойдет. Вяжите меня. Понял. Давайте. У нас погибший-то есть вообще? Да, надо посмотреть. Так, алды очнулись, что, мы двигаемся дальше или как, что? Да. Пешим? Вдоль этой дороги, да? Пешим, пешим, надо еще леса прочистить до метки, сторона после зачистки шалаша. Понял, принял. Зачистка должна быть идеальной. Мужики, есть кто на связи? Нет. Двигаемся на юг и выходим из города на запад и на южную дорогу и вдоль дороги на, двигаемся на юг. Какой мыков надо немножко? На моей метке актуальный. Как приняли? Кто живой? Урала кто-то видел? Куда идти сейчас? На юг, на юг, на юг, на юг. Уходим на юг, вот в этот прогал, бля, вдоль дороги. Вроде свои впереди есть. Но и враг метки стоят, но я не понимаю, старые, не старые, смотрите внимательно, аккуратно. Штаб на связи? На связи. АТГ запрашивает задачи какие нам. Которые на дороге? Да. Все, делимся подвое. Джепс, есть кто-то? Давайте, припиздил, ребята, нет? К метке сторона после зачистки с шалаша и чистите там все. Ох, уйдем. Потом слышите меня, пул заправить. Это что такое? Понял. Мы перезапустили КВ. Точнее, ДБ. Нас постреляли очень сильно. Аккуратнее, здесь много противников на наших позициях. Это хорошо, Виктор, что ты дал информацию. Где, где? Обновите актуальный. Это далеко, Санда, это далеко. Понял, принял. Будьте аккуратнее, на этом фланге много СП набрали. Риктор, сколько у вас осталось примерно? Судя по всему, спереди враг там воюет. Вы пойми, никакой инфы нету. О, чё, чё впереди происходит? Там бой, да. Давай, на кто ли? Саныч, машина могут заминировать. А это свои вроде тачки? Ну, да, лучше обходим эти машины, нахуй. Обходим и уходим отсюда подальше от них. Партизан сидит с кнопкой, блядь, и в бинокль на... Давай, давай, давай. В машине? В какой машине? Мы двигаемся на юг. Принял, отстал немножко. Догоняй, не спи. Швы расходятся. Медики в городе стоят, медицинский этот страйкер. Чё ты там не полечился? Вылечился. Так, у нас осталось 5 человек. Сейчас иди, пусть аптечку поставят. Это тебе. Нихуя не мало. Так, внимание, спереди пехи стоят, смотрят, блядь, на юг, внимательно. Полицию этому расходить. Да, обновите метку. Принято, бомб, бомб, уходит. Метка актуальна, дорога на юге. Нет, нет.
Что такое? Привет. Он может обойти по западу и выбить БФу всю технику, она в одной точке стоит. Где она стоит? БТР, я поставил место. Бэра, подойди на мой метку. Все машинки трофейные. Риктор не на связи, да? Риктор пока на связи. Ой, хорошо, как Риктор. А ты видишь метку Кутума, БТР? Кутум, подвигай метку. Подвигай. Урал, твоя сторона 220-230 лес. Прямо от тебя. Нет, не наблюдаем от тебя. Помп, техника. Полузапанной части дороги. А, штаб говорит ОТГ, включаемся на лес. На западный лес включаемся. Да, вот на эту метку идете и выбиваете там все. У вас труба есть? Принято, есть. Работайте. Зелену эту ебаную обходите. Обходите нормально. Не все, понял, куда помп ушел. Метка РВ, приник, где Варга, СВГ, метка актуальна противнику. Работайте, и АТГ вам сейчас помогут. АТГ преимущественно западный лес чистить. А медики живы? Да, медики живы на актуале. Прекрасно. Значит, шалас уже у нас чист, я думаю. Аккуратненько пехота там хилит, живет и идет дальше, продолжает зачищать западный лес. Вот, штаб, не хотите погнать шалас машиной, лака почистить западный лес? Ну тут пиздец, мужики, вот честно, вот метка Алды стоим, воюем, тут Спарта, по-моему, там впереди ебашит и все, мы сдыхаем все. Нельзя машину пригнать, от ебашит? Давайте пригоним, хорошо. М2 Вольво на связь. Тот. А, метку ставлю тебе, туда становишься, ебашишь на юг. Принято. Какая-то это будет он составить, ну человек, нам что делать? А, сколько состав? Я через дорогу строил 220-200. Вентила, вам место поставлено, если вам поставить, работать вот на... Вот это враг работает сейчас далеко. Вентил принял, выкатываемся. Объезжать с востока. Так, у нас пройдет по западному лесу, нет? По западному лесу? А как вы хотите технику туда двигать? Нам по черной нельзя ездить. Мы можем заехать прямо в Салах, и в Салах все, что слева от дороги, ведущей на юг, убивать. 808 на связи. 808 на связи. С севера заезжайте в Салах, работайте, помогайте своей пехоте. Сейчас техника подъедет, будет работать. Западный лес преимущественно. Вся остальная техника подъезжает в красный... Нет, не в красный. Отставить, никуда не ездить. Внимательно. Спину смотрим. Калаш работал в спине. Я зову Мейду, сейчас смотрю. 320 от нас где-то. Принял. Беркут-пехотный, продолжаем движение на следующий ВП на юг. Перехожу дорогу. Хорошо, Беркут-пехотный, работайте. С тобой. Случайно какой-то может пройти на помощь. Медики одного, бойца отправите. Понял, принял. Так, Санта, вижу тачку. Только медик по востоку бьет. А, 200. Нашими прошли толпами уже. Правая сторона дороги. Наша едет строго по дороге, правильно? Кто-то мины докладывал. Ну, мы вот доходы дошли вот до метки, где Мафин Спарта. Только одна мина видели по дороге. Ну, если это было... Продвигайтесь по возможности вперед. Она на Урала. Больше не видел я по дороге.
Урал, да, стоит. Посмотрим, доехать до шалаша.